Ребята, всем привет и доброго времени. Смотрите, у нас остались две фары от Форда Транзита 93 и там до 2000 года, по-моему, фарки. Здесь убитые пластиковые стекла. Пластик стоит. И здесь его уже кто-то полировал. И видите, такие полоски остались. Поприжгли пластик. И вот пальцем даже чувствуется канавка на вот этих вот пластиковых стеклах. Сейчас мы их снимем, эти пластиковые стекла. И поставим сюда стеклянные стекла, новенькие. Сейчас мы будем их обе разбирать. Обе вот такие вот целенькие, прекрасненькие, замечательные. Покажем вам, как они разбираются, как меняются стекла и какой итог из них обоих будет. Вот берете вот так вот. Раз. И вот так вот снимаются все эти металлические клипсы. Или как их правильно назвать. Ну что, ребята, грели мы феном, тянули отверткой, тянули ножом, и ничего у нас не получилось с этой фордовской фарой. Газелевские фары я так делал, Киа фары я тоже так делал, а вот фордовская старая фара не поддалась. Ну, может быть, в духовке, если бы она разогрелась посильнее, то да, но Сергей Иванович взялся за болгарку. Вот так в России снимают стекла фар у Форда. Сергей Иванович не ищет легких путей. Ага. Вот и все, и пошло дело. А так сидишь ее постепенно, выковыриваешь все, выковыриваешь. Вот, видишь, вот так вот. Дальше пошло, вот так. Вот, ребята, видите? Раз, два, и готово. Раз, два, да, и готово. Когда у нас нет, а кто-то тут уже мучается, сидит. Так что хорошенько, очень хорошенько прогреть надо, чтобы снять ее. Чтобы корпус сплавился. Да. Не-не-не, ее надо греть, 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 и потом простенько она будет сниматься оттуда. Видишь, как она все это делает? Только стекло уже не восстановить. А? Только, говорю, стекло уже не восстановить, только новое покупать. Какое стекло? Ну вот это. Вот это? Да. А нафиг оно нужно? Я туда залезу. Вандальный способ выдергивания стекла фары на Форде Транзите. Все, все, готово. Клеена была, она хорошо. Прямо солидно. Теперь на этот клей весь выдрать. Пацаны чистят ее. Будет чистый фара, новый. Ребята, у нас не становится стекло фары на Форде Транзита в пластиковую. То есть мы отсюда сняли вот пластик с этой фары. Здесь узенький пазик под пластиковое стекло. А вот она, фара под стекло. Под стекло. Вот он, видите, какой широкий здесь паз. Широченный для стекла. Вот. Ну такие вот дела, ребята. Небольшая разница у фар Форда Транзита. Сергей Иванович сказал, сейчас он засунет стекло. Ребята, если у вас стоит пластик на фарах, вот, а вы хотите поставить стекло, то у вас этого не получится, потому что пластик шире, чем стекло. Стекло уже, причем по внутрянке. Наружка будет одинаковая, а внутрянка будет разная. Под стекло будет уже, под пластик будет шире. Вот такие вот вареники у нас получились. Так что сейчас будем реставрировать вот эти вот фары.